Люди, помните, пока сердца стучат, помните о тех, кто не вернется никогда. На митинге, посвященном Дню памяти и скорби, собрались члены городских советов ветеранов и организаций, а также участники молодежных патриотических клубов. К ним обратились представители городской думы, администрации, ветераны Великой Отечественной войны. Самая печальная дата в истории нашей Родины. Как огнем и пламенем она прошлась по сердцам всех жителей Советского Союза, России. Нет ни одной семьи, чтобы не затронула эта тяжелая боль войны. 78 лет назад, 21 июня, 19 русских юношей и девушек закончили школу. А на следующий день началась самая кровопролитная война в истории нашей страны. И вчерашние выпускники наравне со взрослыми записались добровольцами на фронт. На митинге минуты молчания почтили память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради мира на земле. В рамках митинга по всей стране прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Активисты молодежных и общественных объединений на воинских мемориалах зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Ветераны отметили важность участия подрастающего поколения в патриотических мероприятиях. Конечно, эти мероприятия очень нужны нашему городу. Мы видели и помним, и знаем, то есть это наша история. На митинг приходят горожане. Это уже хорошо. На митинге участвуют руководители города. Это тоже хорошо. В этом году на митинге было мало горожан. Пенсионеры отметили, что причиной могла стать недостаточная информированность жителей о проводимом мероприятии. Мы сами искали тех людей, которые организуют этот митинг. Это неправильно. Чтобы побольше информации было не только через советы ветеранов, но и через какие-то объявления массовые. Стихи и песни о Великой Отечественной войне подготовили воспитанники творческих коллективов города. Закончился митинг возложением цветов к вечному огню. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.